знаете, что в этом году очень жесткие требования к выдаче, к сдаче экзамена бакалавра. У нас есть некоторые наши выпускники, которые не смогли сдать даже со второго тура румынский язык, но они зачислены в вузы Российской Федерации и Турции, поэтому предлагается, чтобы выдать им сертификат с годовыми оценками, чтобы если принимающая страна согласится на этот сертификат, то они зачислены будут в вузы и с обязательством, что на следующий год они придут перед сдадут этот экзамен, получат сертификат государственного образца. По информации, которая имеется последняя, после по республике, после второго тура проведения экзаменов у нас 69% выпускников сдали, 31 не сдали. То есть в пределах 8 тысяч выпускников бакалавров в этом году не смогли сдать экзамен и не смогут поступить в вузы. То есть из 27 тысяч студентов, то есть выпускников бакалавра, получается в пределах 18 получают. И остальные 8 чем-то не смогут получить 30%, не смогут получить документы, не смогут учиться лучше. Но мы говорили с выпускниками, то есть с представителями Российской Федерации, там, где наши дети поступили, и сказали, что есть только румынский язык, провалили, а остальные, они сдали положительно, что могли бы принять с таким расчетом, что на следующий год пересдадут и получат диплом государственного образца. Те, кто не смогли сдать экзамен на бакалавра, они имеют право в техникум учиться и в аспирантуру.